Рапорт от 4 февраля 2531 года. 5 лет. 5 долгих лет. Вот сколько ушло, чтобы вернуть жатву. Сперва все шло хорошо, а затем провал за провалом. Потеря за потерей. Быстрая и решительная победа обернулась 5 годами ада. Конечно, иначе как адом теперь жатву не назвать. Зато она снова наша. Сирина, дай отчет. Мы на стандартной орбите. Все системы в норме. Капсулы к запуску, орудия приготовить к бою. Ждете сюрпризов, капитан? Жатва, конечно, снова наша, но вряд ли Ковенант легко с этим смирится. Сержант, ваш рапорт. Этих гадов здесь полно, капитан. Они нашли что-то во льдах. Чтоб их. Это осложнит нам работу. Андерс, а у вас там что? Капитан. Судя по сканерам, Ковенант активизировался в районе Северного полюса. Там внизу какое-то сооружение. Что они ищут, по-вашему? Это нам и нужно выяснить. Нужно привести базу Альфа в боевую готовность и взять местность под контроль. Я займусь снаряжением, капитан. Девушка, вас туда если и пошлют, то еще не скоро. Сержант Фордж, вернитесь на базу Альфа. Высылаю подкрепление. Вас понял. Выдвигаюсь. Ну что, ничего сложного? Может, это ключ к победе в войне, Сирина. Стоит рискнуть. Ну-ка глянем еще разок. Иерархия в нетерпении. Дальше откладывать нельзя. А вдруг внутри какой-нибудь вирус? Меня не волнует твоя судьба. Открывай. Так, так. Сезам, откройся. Чего это вы решили сделать мой мостик своим кабинетом, профессор? Вид нравится. Расширяет кругозор, скажем так. Фордж думает, что вам опасно высаживаться. Он очень настойчив. Я тоже очень настойчива, капитан. И могу за себя постоять. Как думаете, что все-таки там происходит? Здесь я могу только гадать. А там бы я сразу узнала много нового.
Я соглашусь на это. Но при малейшей опасности вы немедленно вернетесь. Это понятно? Понятно, капитан. Иерарх, люди приближаются и вскоре будут здесь. Неважно. Собранные вами сведения крайне интересны. Но наше знание должно остаться в тайне. Взорвите, уничтожьте это место. Взорвать священный реликт? Вы шутите? Странствие требует жертв. Взорвите все и возвращайтесь. Наше терпение на исходе. Будет сделано. Сержант, это то, что нужно чужакам? Похоже на то. Они изо всех сил защищали эту штуку. Всем тихо. Эй, что вы делаете? Ну, попытка, не пытка. Вот уж чего я не ожидала. Святотатство! Убить их! Эти гады никак не угомонятся! Дух огня, Фордж на связи! Нам, похоже, нужна помощь! Она просто целилась сюда? За полминуты я должна была ее исследовать. Да, она просто целилась во вторую систему. А именно, в колонию Аркадия. Население около 3 миллионов. Исследовано мало, но зато отличные курорты. Там что-то есть, капитан. И нам нужно добраться до этого быстрее, Ковенанта. Нам поручено обследовать жатву. Мы почти ничего не знаем о том, что там происходит. Понимаю, капитан. Но я все больше убеждаюсь, что для этого нужно лететь на Аркадию. Хорошо, профессор. Я все уложу с адмиралом Холлом. Сирина, держи курс на Аркадию. Есть начать идиотский перелет на Аркадию. Запускаю сверхсветовые. Сирина, убирайся вон! Доложи обстановку. 2 корабля Ковенанта вышли из-под пространства у Аркадии. Белфаст, Столп Осени, Техас и Армстронг открыли огонь и застали врасплох один из кораблей. Техас и Белфаст погибли. На Армстронге утечка воздуха, а Столп сильно поврежден. 2-й корабль что-то делает на планете. Что именно он там делает? Не знаю. Столп, я поймала сигнал. Только звук. А мне куда отступать? Армии врага проникли в город и приближаются к космопорту. Мы эвакуируем жителей. Помогите! Есть изображение, капитан. Сирина! Запускай капсулы. Общая тревога. Так что, они могут развернуть энергощит над планетой? Да, капитан. Сквозь него не видно, но Ковенант явно что-то затеял. Согласен. Нужно узнать, что именно. Может, просто ударить по этой штуке напрямую? Мы можем повредить то, что они прячут. Щиты Ковенанта уязвимы для перегретой плазмы. Мы вроде испытывали новые носороги на плазме. Судя по описи столпа, у них есть прототипы. Нужно время, чтобы верно рассчитать мощность. Но мне придется сесть на планету. Профессор, сержант Фордж, щит нужно убрать. Что? Опять я за няньку? Арбитр, что это вы так притихли? Какие заботы гнетут вас? Иерарх,
Прошу простить мою дерзость. Вы поручили мне уничтожение человечества. При вашем прошлом нужно гордиться заданием. Я, разумеется, горжусь. Но рыться в древних руинах, обыскивать пустые храмы, как это продвинет нас к цели? Для войны с людьми нам понадобится намного больше кораблей, чем мы можем набрать. Я возьму то, что есть. Оставив нас без защиты? Нет, древние помогут нам. Этот мир станет колыбелью великой армады вторжения. Она сокрушит людей легко и быстро. Но этот мир мертв. Это лишь пост. Не кощунствуй! Нужно искать терпеливо. А чтобы ускорить поиск... Женщина людей, что видела реликт во льдах, что-то уже знает. Реликт привел к этой планете не только нас, но и ее. Захватите ее и доставьте мне. Будет сделано. Можно я возьму это на память, профессор? Если вы не заметили, сержант, я занята сбором важных сведений. Вы идете со мной. Оставь ее! А ну поговорим, как мужчина с уродом! Как угодно. Нет! Андерс, отойди! Я пойду сама, не трогайте его. Сэр? Я в норме! Дух огня, Фордж на связи! Андерс пропала! Что случилось? Откуда-то вылез здоровенный титан! Капитан, я слежу за маячком. Она удаляется от планеты. О, черт. Сержант, немедленно возвращайтесь. Я уже в пути, сэр! Слушайте, все уже здесь! Почему мы тянем? Почему не в медотсеке, сержант? Он вышел на световую скорость. Держит курс на границу. Вне досягаемости орудий. Что? Нам нужно лететь за ней! Еще несколько секунд, и я потеряю сигнал, сэр. Капитан! Сэр, Андерс всерьез угрожает нашей безопасности. Сирина, старт немедленно. Следуй за сигналом. Есть, сэр. Мы оставили записку, когда улетели? Сирина, где мы, черт возьми? Мы на орбите какой-то планеты. В общем, я это выясняю, сэр. Андерс? Корабль Ковенанта, который мы преследуем, укрылся на поверхности. Координаты у меня. Как насчет прочей активности Ковенанта? Я ничего не обнаружила, но с планеты идут какие-то странные сигналы. Отправь туда Форджа. Думаю, он уже на борту Пеликана и ждет лишь приказа. Это она? Да, Иерарх, я говорил о ней. Какая хрупкая. Странно, что они стали угрозой. Зачем я вам? Я требую ответа. Требуете? Арбитр, к входному порталу приближается корабль людей. Оставьте Иерарха на милосердие, а корабль перехватить и уничтожить. Сплошной океан. Ты уверена, что это здесь, Сирина? Да, уверена.
Начинаю сканирование. Стыковка? Проверка? Не может быть. Капитан, у меня плохие новости. Сирина! Капитан, у нас гости! Всем открыть огонь! Сирина, снаружи остались люди. Верни их немедленно. Капитан, я продержусь здесь всего несколько минут. Давай, Сирина. Есть вызвать десантные отряды. Умрем все вместе. Так ведь и было задумано, а? Ребята! Резко вправо! Есть резко вправо! Капитан, они заряжают пушки. Боевым постам. Готовить орудие. Скажи Форджу, что для него есть дело. Есть сообщить сержанту, сэр. Только меня удивляет известие, что мы внутри планеты. Освободить ее! Мы долго откладывали возмездие. Кончайте уже! Дали нам способ уничтожить вашу расу. Пусть будут разрушены наши дары. Нашему новому флоту не будет равных. Кто не рискует? Наверх! Вроде получилось. Или нет? Леди, у меня мало времени. Вас спасать или как? Это правда сработает, профессор? Это наш последний шанс. Перегрузка сверхреактора вызовет цепную реакцию в звезде. Это уничтожит все корабли здесь, а Ковенант даже не успеет ничего сделать. Ну, проще говоря, наш реактор обратит эту звезду в сверхновую, и тут все разнесет крылья. Это самая слабая часть нашего плана. Нам не вернуться домой без реактора. Об этом потом, Сирина. Если корабли — основной козырь Ковенанта, то войне конец. Мы попробуем рискнуть. И может, у человечества будет шанс. Тяжкий выбор, капитан. Но это правильно. Дух огня! Борщ на связи! Все готово к полету! Осторожнее с этой штукой, сержант. Заварите мне кофе. Я скоро вернусь. Я буду наблюдать за вами отсюда.
Если у него получится, мы точно заметим. Господа, не боитесь гореть на работе? Работает. Сержант. Лейтенант, займитесь титанами. Этот мой. Вперед. И нелогичность. В этом все вы. На этот раз женщина не защитит тебя. Повтори это мне в глаза. Как угодно. Ты не увидишь больше ничего, кроме моего лица. Кстати, я надрал бы тебе задницу еще в тот раз, если бы мне не помешали. Сэр, уже перегревается. Придется отделить ядро и выровнять все вручную в момент взрыва. Сынок, как пойдет заваруха, у наших каждый спартанец будет на счету. Я сам справлюсь. Возвращайся. Был рад служить с вами. Удачи. Док сообщает, что вся команда в сборе. Не будем надоедать хозяевам. Убираемся отсюда. Мы не сможем никуда улететь. Притяжение солнца усиливается. Попробуем этим воспользоваться. Сирина, рассчитай курс прямо на солнце. Используем его притяжение для разгона. Пройти на волос от звезды, что вот-вот рванет, внутри планеты, которая разваливается на куски? Конечно! Почему бы нет? Сирина, ты справишься? Уже. И лучше держитесь за что-нибудь. Советую закрыть глаза. Я не хочу спать. Лучше понаблюдаю еще. Профессор, никаких следов ковенанта нет уже 2 недели. Это не обязательно. Но, капитан... Хватит, профессор. Вы вытащили нас всех оттуда. Отдохните. Не всех, капитан. Не всех.